В казанском цирке страус перестал слушаться дрессировщика и выбежал с манежа прямо на зрителей. Все это очевидцы сняли на мобильные телефоны и выложили в сеть. Самовольно покинувшая арену цирка птица пыталась подняться наверх практически прямо по людям. Но это страусу не удалось. Зрители спешно покинули свои места. Непослушную птицу дрессировщик вскоре смог увести с арены. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, не считая испуга. Друзья, сохраняем спокойствие. Я как ведущий программы от лица вашего приношу извинения, если у кого-то есть какие-то к нам вопросы.